Привет, ребята! Меня зовут Цветочек. Это серия о том, как мы познакомились со свинкой Пеппой. На улице была прекрасная погода, и свинка Пеппа решила прогуляться во дворе. Ребята, наконец-то наступила весна. Так здорово, тепло, я очень люблю гулять. Выходите гулять! Но вдруг Пеппа услышала чей-то плач. Помогите, спасите! Кто-нибудь! Это оказалась маленькая машинка, которая звала на помощь. Привет, машинка! Что с тобой случилось? Я застряла. Помоги, пожалуйста, мне выбраться из песка. А почему ты здесь катаешься одна? Где твои родители? Я пошла гулять без спроса и попала в беду. Я помогу тебе, только пообещай, что будешь спрашивать разрешение у родителей. Обещаю, Пеппа! У свинки Пеппы получилось помочь машинке. Она была очень рада. И машинка решила показать Пеппе, как здорово она умеет кататься. А свинка Пеппа была рада, что она приобрела нового друга. Ребята, гулять на улице очень весело и здорово. Пока, ребята, до новых встреч!